Дорогие друзья, приветствую вас. Очень коротенькое видео. Связался у меня вот такой красивейший ремешок к пальто, которое еще в процессе, но вот-вот завершится. Это пальто «Релакс» от Светланы Волкодав. Вот такой двусторонний ремешок из рафии. Рафия «Фибра Натура». Связался буквально за несколько часов. Посмотрите, какая прелесть. Можно носить как с одной стороны вот такой белый. В принципе, белую сторону я и вязала для своего пальто. И вот этой стороной в планах у меня связать красивейшую кофточку, которая будет в морском стиле. Возможно, она подойдет даже и под это пальто без рукавов. И, конечно же, уже готовая сумочка тоже из рафии. Вы уже все ее видели, мы вязали ее летом. Как связать такой ремешок, уже грузится мастер-класс на моем канале. Будет через часа 2-3. Ну, а пока вот такой анонс. Кому понравился этот двусторонний ремешок, дождитесь, через какое-то время вы увидите все подробности. Ну а пока на этом все. До скорых встреч. С вами была Елена Ситникова.